2010-м белгородцы впервые услышали эту темпераментную игру всемирно известного виолончелиста Борислава Струлева. Забыть его невозможно, не захотеть снова увидеть и услышать нереально. Как ни удивительно, забыть о Белгороде не смог и сам музыкант. 2 года Борислав Струлев и Наталья Боровик, руководитель камерного оркестра Белгородской филармонии, вынашивали идею первого международного фестиваля от классики до джаза. И вот, наконец, родилось. К нашему счастью, наша дружба и творческая деятельность с Бориславом Струлевым нам очень облегчила эту задачу, поэтому никаких сложностей не было. Благодаря дружбе этих музыкантов всех, то есть совершенно все быстро среагировали, согласились, заинтересовались, поэтому у нас все быстренько получилось. Однако эта музыкальная встреча могла бы не состояться без поддержки Фонда развития классического музыкального искусства, созданного по инициативе главы региона Евгения Савченко. Благодаря пожертвованиям местных предпринимателей, духовенства, госслужащих и общественных деятелей удалось пригласить на провинциальную белгородскую сцену небывалое число мировых музыкальных имен. Многие члены попечительского совета фонда присутствуют сегодня в этом зале. И позвольте, дорогие зрители, уважаемая публика, от нашего с вами имени сердечно поблагодарить этих щедрых людей, меценатов, за проявленную благотворительность, выразить им искреннее радушие и передать самые добрые наши чувства и пожелания. Мы с вами сделали все, как только не называют наш город. Зеленая столица, мясная столица, столица волейбола, чтобы у нее было имя. Настоящая столица классического музыкального искусства. Белгородцев ожидает интересная программа с множеством мировых премьер, в которой классические произведения Листа, Мендельсона, Шуберта и Вивальди соседствуют с джазовыми композициями. В этом основная идея международного музыкального фестиваля – приобщить, приучить классике, показать, что она может быть не скучной. Сейчас нужно показать Белгороду, что и классика, и джаз – это также все мило, интересно, весело, и они неразделимы. Да, разные стили, разный подход, но есть хорошая музыка и плохая. Поэтому у нас просто такая градация, но внутри нее можно делать все. Побывать на уникальных концертах белгородцы еще успеют. 21 апреля их ждет блюз, соул, джаз и танго. А 25-го – завораживающий микс из давно знакомых, известных мелодий в новой джазовой обработке. Спешите слышать! Мария Степанова, Виталий Петренко, телерадиокомпания «Мир Белогорья».